Благоустроенные парки, скверы, пешеходные, игровые зоны по современным дизайн-проектам, которые выбирают сами жители. Участие в открытом голосовании уже не будущее, а настоящее. 26 апреля по всей стране стартует рейтинговый отбор самых интересных проектов благоустройства общественных пространств, в том числе и нашего региона. Напомним, что в столице республики на портале «Открытый город» такое голосование уже проходило. И в 2019-2020 годах многие открытые площадки изменили свой облик. Глава столицы Олег Картунов, как региональный координатор партийного проекта по формированию комфортной среды, вместе с депутатом Госдумы России Леонидом Черкесовым посмотрели, как организован отдых на уже отремонтированных объектах в Дорис-парке и сквере по проспекту Максима Горького. По результатам рейда был сделан ряд замечаний. Где-то нужен мелкий ремонт, где-то поменять траекторию дорожки, чтобы было удобно даже маломобильным гражданам. Такой контроль должен быть в любом городе, отметил Олег Картунов. И работа в этом направлении продолжается. Напомним, с 26 апреля по 30 мая чебоксарцы снова смогут выбрать проекты благоустройства. В списке дизайн-проектов лидеров рейтинга для реализации в 2022 году – Школьный бульвар, Обиковский лес, сквер Ивана Франко и Площадь Республики. Проголосовать могут граждане, начиная с 14 лет, на портале госуслуг или на сайте городсреда.ру.